Привет, друзья! Сегодня у меня ноутбуки, которые официально не продаются в России. Первый — это Surface Laptop 3. Ну, несмотря на отсутствие официальной поддержки, приобрести его можно и у нас. Этот, правда, завезен из Германии. А второй куплен в американском магазине Walmart, тоже на Ryzen, но, несмотря на это, между ними разница в цене в несколько раз. Этот Surface Laptop стоит официально $1000, максимально на этом процессоре, максимальная комплектация $1400. На Яндекс.Маркете вот эту модификацию можно найти за среднюю цену 113 тысяч рублей. А этот Moto L14 стоит $280 в Walmart. Он значительно подорожал после рекламы у Лайнуса, но был куплен за 250 нашим подписчиком Игорем, который утверждает, что во время акции его можно было приобрести и за 200. И давайте посмотрим одновременно на эти оба ноутбука. Несмотря на то, что цена на эти ноутбуки очень сильно отличается, они находятся, ну, там, примерно в одном классе ультрабуков. Этот термин ввела еще Intel, и давным-давно они уже его бросили, сейчас у них проект Афина. Я не задумывал какого-то соревнования между ними, но сравнить их, как минимум, по производительности будет интересно. Давайте добавим в ролик вот немножко такой соревновательности. Комплексный тест PCMark 10 Extended, не базовый тест PCMark 10, представляет собой набор офисного, графического и не только, софта. Процессор в этом Surface Laptop 3 Ryzen 5, специальная серия с маркировкой Ryzen 5 3580U, четырехъядерный, восьмиподточный с эксклюзивной встройкой Vega 9. И вот греется эта специальная серия до 81 градуса во время визуализации и рендеринга, и до 70 во время веб-серфинга. Vega 9 в тот же период нагревается до 62 градусов. Во время визуализации и рендеринга падает частота до 3 ГГц. Максимум в других тестах держится около 3,7 ГГц. Энергопотребление максимум 27 Вт. В модификации Motile, которая у меня, установлен Ryzen 3 3200U со встройкой Vega 3. Этот процессор, по данным PCMark 10, производительнее, чем Athlon 300U. Ну, так у него и частота на 200 МГц выше. В тесте доходит до своего максимума 3500 МГц. При этом максимальная температура CPU составляет 80 градусов, а GPU 68. Энергопотребление максимум 22 Вт. Результаты интересные. Недорогой Motile уступает по производительности в офисной работе на 36%. Но это при подключенном питании. А при отключенной зарядке Motile 14 даже чуть обошел Surface по общему баллу. Сейчас посмотрим уже на практике, но сначала поговорим о температуре корпуса во время максимальной нагрузки на процессор и на видеокарту. Surface одновременно с двумя стресс-тестами, FureMark на видео и AIDA на CPU. Через полчаса температуры сверху со стороны клавиатуры в самой горячей области 38 градусов. Задняя крышка нагревается до 42 градусов. Motile в тех же условиях греется больше – 50 градусов по центру клавиатуры и 52 на задней крышке. И, возможно, когда ноутбук на коленях, греется еще чуть больше, но, честно сказать, держать на коленях некомфортно. И теперь о сюрпризах. Память у этих аппаратов разная. Surface 8 ГБ 2 канала, Motile 4 ГБ 1 канал. Но тест AIDA говорит о том, что у Surface пропускная способность в 2 раза ниже, чем у одноканального варианта. И задержки гораздо выше. Наши постоянные зрители такой косяк платформы AMD уже видели в моем тесте Lenovo S540. Тот ноутбук из коробки показывал то же самое, снижение пропускной способности в двухканальном режиме. Но если там все исправилось BIOS-ом, то тут нужно устанавливать обновление Windows. Майки накатывают все исправления через сервис обновления операционной системы. В общем, проблема решается. А вот с Motile 14 тут другая история. Обновление BIOS до версии 1.0.6 в некотором случае приводит к неработоспособности устройства. Но если верить сообщениям в сообществе по этому ноутбуку, быть может, у вас есть такой же ноутбук, вы обновляли и все нормально, но я этого сделать не решился, потому что американцы, получив кирпич после обновления BIOS, отправляют его обратно в Walmart. А этот ноутбук не мой, что с ним потом делать будет владелец и как он на меня посмотрит, я не знаю, поэтому, ну, я не решил.
решил его так подставлять, по крайней мере. Теперь хочу вам показать, что внутри вот этого вот недорогого ноутбука. Surface владелец не разрешил разбирать. Ну, в общем-то, мы знаем, что там почти все несъемное, кроме SSD. Его можно только заменить. Разбирается Surface не так, в общем-то, сложно, через верх. То есть нужно будет снимать верхнюю часть. У Motul, как и у Surface, задняя крышка алюминиевая. На нее через термопрокладку отводится тепло от SSD SATA на 128 гигабайт. SSD BWIN китайцы продают чуть дороже $35 за штуку при партии от 100 до 500 штук. Можно этот SATA-шный накопитель заменить на NVMe накопитель. Отключаю питание батареи, судя по надписи, на 45 Вт-часов. Под пленкой 3 батареи на 4 Ампер-часа. 3,8 вольта умножаем на 4, результат на 3, ну или сразу на 1,4, сумму по напряжению. И получаем те самые 45,6 ватт-часа. Величину, которой удобнее оперировать, говоря о запасаемой энергии. Так как в данном случае батарея 4000 мАч 11,4 вольта будет иметь запасаемой энергии в 3 раза больше, чем батарея смартфона на 4000 мАч 3,8 вольта. Это ответ на вопрос, почему я говорю не в понятных мАч, а в ватт-часах. Оперативная память от тайваньского производителя GoldKey 4 гигабайта 2666 МГц CL19. В реальности память работает на 2400 МГц 17-17-17-39. Ровно так же, как и у Surface. При этом один только слот и ничего не распаяно. Так что она навсегда останется в одноканальном режиме. На обратной стороне материнки никаких элементов вообще нет. Ну и система охлаждения такая же, как и у тех недорогих ноутбуков, о которых я рассказывал совсем недавно. Одна трубка, маленький радиатор, вентилятор. Но тут под действие этой системы еще постарались добавить элемент питания. Процессор Ryzen 3 3200U, 2 ядра, 4 потока с видеокартой Vega 3. Из прочего, можно поставить еще один SSD, он будет ограничен двумя линиями PCI-Express, колонки направлены вниз, петли крепятся к металлическому каркасу. И что касается звука, видите, здесь логотип THX. Это значит соответствие некоторым требованиям по качеству и объему. И на деле вы получаете постоянное такое эхо, типа объем. Вот. Но то, что записывалось нормально, будет здесь воспроизводиться, вот так по умолчанию, с эффектом пустой комнаты. 3600X путем отключения SMT. Здесь в 3600 такое же количество кэша. Это вот сегодня будем разбираться с этими процессорами, а в следующем видео будут процессоры Intel от i3 до i9. Это ненормально, на мой взгляд, и легко отключается в приложении THX. И все становится стандартно, но могло бы быть и погромче, на мой взгляд. Не понял, а что здесь делает Борис? Борис, что ты здесь делаешь? Пошел на... Не зови меня, Борис. Я тебе покажу. В Surface не видно никаких отверстий для выхода звука снаружи. И звук исходит из динамиков, которые размещены прямо под клавиатурой. То есть снаружи источником звука является клавиатура. Звук четкий, собранный, громкий, и никаких вот искажений и посторонних шумов тоже нет. Характеристики батареи у ноутбуков похожи – 45 Вт-часов. Но вот разница во времени воспроизведения фильма при яркости экрана 70% оказалась 40 минут. При этом дисплей Surface больше, ярче и разрешение выше. А во время теста реальными офисными приложениями Surface обошел Motul на 1:25. Заряжается до 100% при одновременной работе, Motul 1:45, Surface 2 часа. Зарядное устройство у Surface позволяет подключить еще что-то, например, смартфон отдельным кабелем USB. Давайте внешне осмотрим оба ноутбука. Microsoft идут по кривой дорожке Apple. Одного разъема хватит на все. Но спасибо, что разъема все же два – USB-A и USB-C. Через C предлагается подключаться к внешнему дисплею, и тем, кто носит с собой ноутбук по разным встречам и подключается в переговорках к проекторам, надо будет носить с собой кучу переходников. Ну а вообще, до сих пор в офисах стоят проекторы и панели только с DSAP и DVI. Флешку и принтер одновременно тоже не подключишь. А зачем, спрашивает себя Microsoft? Кому надо, купят разветвитель для USB-C. Или все же воспользуются нашим портом Surface Connect, который одновременно порт зарядки и поддерживает аксессуары, но, правда, только от Microsoft. Хотя мне это и не нравится, найдется множество людей, которым, наоборот, такой минимализм по душе.
Кстати, о зарядке. Вот магнитный коннектор — это все-таки очень хорошее решение, потому что во время съемки этого ноутбука я зацепился-таки за кабель, и он просто-напросто выпал, не причинив никакого вреда, то есть он так и остался на предметном столике для съемки. Ну, может быть, протащил сантиметр или два, не более того, то есть и самому проводу, самому месту соединения тоже никаких повреждений не нанеслось. Motael 4 USB порта, 1 USB 2 и 3 USB 3.1. Один из них USB-C. Также есть полноценный HDMI и RJ45. У Motael 14 клавиатура оригинальная, и хоть подсветка очень посредственная, хорошо, что она вообще есть в ноутбуке за эти деньги. Но мне ориентироваться вслепую по этой клавиатуре было сложнее, чем по клавиатуре Surface. Стрелки вверх-вниз узкие, на стрелке повесили еще и Home, End, Page Up, Page Down. Тачпад, кстати, почти такого же размера, что и у Surface, лишь на 4 мм меньше по высоте. Тачпад Surface, несмотря на хвалебные обзоры, мне не показался чем-то особенным. Добротное устройство, не более. А клавиатура Surface, вот она хорошая. Тут немецкий вариант, но все понятно. Build вверх-вниз — это Page Up, Page Down, End — это End, POS 1 — Home. А вот клавишу Delete зачем-то сместили за кнопку выключения. Придется привыкать. Стрелки тоже узкие, левый Shift короткий, но никаких гениальных решений, вроде переноса клавиши Win только на правую сторону от пробела. Клавиатура замечательная. Подсветка хорошая, динамики на пульме находятся под клавиатурой, но никакой значительной вибрации, которая бы была неприятна, я не ощущал при наборе текста. Характер звука незначительно меняется, когда руки на клавиатуре. Motael есть картридер для microSD, в Surface ничего подобного нет. Ну, в очередной раз Microsoft спрашивает себя: а зачем? Кому надо, ведь купят внешний. Еще одна важная часть ноутбука — дисплей. Когда я следил за воспроизведением фильмов, меня насторожило изображение на IPS-дисплее Surface. И впоследствии, как оказалось, изначальная настройка сильно хромала по точности отображения цветов. Но после аппаратной калибровки все встало на свои места. Почти 100%, а если точнее 99% или 97,7% по данным разных приложений, попадание в границы sRGB. Вот отклонение от 100% показателей по синему, красному и зеленому. Пусть калибровки точность цветов скорректирована, и самое большое расхождение у оттенков красного. Delta E 1.2. Дисплей Surface глянцевый, сенсорный, и из недостатков это блики на экране. Из достоинств — яркость больше 350 кандел на квадратный метр, максимум по паспортным характеристикам 400. Плюс этот дисплей поддерживает FreeSync. А вот у Motael дисплей сразу видно недорогой. Это AAS, то есть IPS-подобная технология от Enelux. Судя по паспортным данным, количество цветов — 262144. Это значит 6 бит на канал плюс FRC, раз Windows сообщает о 8 битах. Точки 100% красного, зеленого и синего сильно не соответствуют стандарту, так как цветовой охват 65% sRGB. После аппаратной калибровки есть положительные изменения, но точность цвета очень плохая. Доработка вручную еще чуть может сгладить ошибку. Это важно вам будет, если вы собираетесь работать с цветом фото и видео. А если нет, то эти сдвиги вы вряд ли заметите. Яркость — 257 кандел на квадратный метр. Контрастность — 800 к 1. Средний результат. А вот углы обзора плюс-минус одинаковые Surface. Это единственный пункт, по которому дисплей Motael не хуже Surface. При просмотре фильма размер изображения на 15-дюймовом Surface будет таким же, как и на 14-дюймовом Motael. А все из-за соотношения сторон. У Surface экран 3 к 2, но при работе с офисным софтом и интернет-серфинге такой удобнее. В комментариях часто просят уделять ноутбукам внимание как устройством для монтажа 4К. И, друзья, я всегда предлагаю рассматривать это как походный вариант, как запасной вариант, не основной. И если так относиться к ноутбукам, к их возможностям, и не требовать от них производительности десктопа, да, там, на 3D-рипере, да, то значительные части потребностей они, конечно же, будут удовлетворять. Но вот этим обоим ноутбукам тяжело работать с H264. 4К 50 кадров в секунду. Показываю несложный монтаж, вот как раз 4К 50 кадров в секунду. Я как раз пару дней назад снимал сюжетик про заборы. С файлами, взятыми прямо из камеры, работать почти невозможно. Все сразу же, почти сразу замирает, залипает. Ну, очень сложно. Я переконвертировал эти файлы в DNX HD, монтажный кодек, с которым процессору легче справляться. И оба ноутбука оживились.
Также можно использовать и прокси-файлы со сниженным разрешением, впоследствии подменяемые на исходники. Ну или несложный монтаж Full HD, эти ноутбуки вполне потянут. То есть для комфортной работы 4К нужна подготовка. А конвертация на мобильных процессорах тоже займет много времени. Монтировать и на 14 дюймов, кстати, тоже очень неудобно. Нужен внешний монитор. Так что, как я и сказал, это все запасной вариант. То же самое задание в Lightroom, которое вы могли видеть в прошлом моем тесте, я не стал применять. Я взял только несколько снимков. И в таком режиме, когда нет сотни открытых снимков, все в порядке, нет никаких проблем. Оба ноутбука работают одинаково. Но с Surface, конечно, удобнее. И результат, как это будет выглядеть на других экранах у пользователей, предсказуемый. Дело в том, что если погрешность вашего монитора наложится на погрешность монитора зрителя, то неизвестно, что в итоге вообще получится. А когда отклонение от стандарта у вас минимум, зритель увидит результат только со своей погрешностью, к которой он уже привык. У этих ноутбуков HD-камера встроена в крышку. И больше всего зрительских вопросов как раз было связано с тем, что... Вернее, не с тем, как она снимает, как хорошо, а насколько трясется эта крышка во время, не знаю, беседы. Звук записывается сейчас тоже на эти ноутбуки. И вот я сейчас специально понегодую, постучу кулаком по столу для того, чтобы посмотреть, насколько что трясется. И вот из того, что я вижу на изображениях, мне кажется, что у Motel, конечно, трясется больше крышка. Но вместе с вами я уже посмотрю на результат, когда эти два изображения будут стоять друг рядом с другом. Пару слов об играх. Понятно, что любая казуальная игра и большинство игр, относящихся к киберспорту, пойдут на обоих этих ноутбуках. Но, если честно, надоело уже говорить об играх на ноутбуках, совершенно для этого не предназначенных. Если хотите играть, не берите ничего подобного. Ну, здесь можно играть только танки разные, там, самолеты, доту и тому подобные игры. Сюда просто-напросто ничего не влезает на 120-гигабайтные накопители. И если в Motel можно еще доставить второй накопитель, очень легко открыв крышку, то тут лучше сразу покупать Surface уже с накопителем более емким. А если мы хотим больше 256, то уже и с другим процессором. То есть он будет уже дороже гораздо. А так, на эти 128-гигабайтные накопители и софт, и игры одновременно, конечно же, не лезут. И когда заканчивается накопитель, а это происходит очень быстро, то игры и приложения начинают просто-напросто падать. Ну вот Forza на Surface. Так как 2 гига оперативной памяти использует Vega 9, игра сообщает, что минимум по памяти не соблюден. То же самое с некоторым софтом, например, для 3D-моделирования. Сама игра зависает наглухо на этапе оптимизации, вот самой начальной, то есть вообще не запускается. Второй пример большой игры. Не использую бенчмарк, просто пробегаю по тайному городу. Разрешение 1280 на 720. Настройки графики минимальные. И, как видите, производительность не очень. А эта игра, как вы знаете, не самая требовательная. Танки. Тест Анкор. Motel в разрешении Full HD и на минималках показывает хорошую производительность. Минимум по среднему кадру не уходит ниже 50 кадров в секунду, но поднимать настройки выше все же не стоит. Вот пример на средних, немногим больше 20 кадров. Это не самое лучшее даже для танков, которые, казалось бы, не самая спешная игра. В том же тесте Surface с разрешением Full HD на средних настройках показывает производительность куда лучше, хотя тоже не очень впечатляет. Я переснимаю геймплей Surface камерой, так как некуда подключить карту видеозахвата, требуется переходник. И понятно, что при его оригинальном разрешении больше минималок не поставишь. И как раз на минималках получаем вполне удовлетворительную производительность, по крайней мере ниже 60 кадров в секунду не опускается средний кадр. Dota 2. Минималки, разрешение HD 720p. Производительность Motel 14 держится около 60 кадров в секунду, фризов каких-то особых я не заметил. Surface я поставил разрешение на 1920 на 1200, чуть больше, чем Full HD из-за соотношения сторон. И тоже минимальные настройки. Получаем ту же производительность, что и на Motel, только с разрешением выше. В целом нормально. И хотел бы снова заметить, что при установке драйвера с сайта AMD производительность
падает. И вот получается, ноутбуки разные, а игры будут в целом одинаковые. На тот момент, когда я получил вот этот вот Motile, он стоил уже не 250, а $280. Когда я начал все это тестировать, доллар стал стоить 72 рубля. Стало быть, этот ноутбук уже не тот самый ноутбук, который стоит 15-16 тысяч, а 20 с небольшим плюс доставка. Однако, по моим субъективным впечатлениям, вот этот вот Motile оказался лучше тех трех Acer, которые вы могли видеть в одном из предыдущих роликов. Существенный недостаток этого ноутбука — это то, что память невозможно поставить в двухканальный режим. А существенное преимущество — это дисплей, который гораздо лучше того, что сейчас есть на российском рынке за эти деньги. Ну и выше автономность. А Surface, ну знаете, лучшим ноутбуком на Windows я бы его, конечно, не назвал. Как бизнес-модель, да, хорош, не самый тяжелый, очень хорошо сделан, качественно собран, все прекрасно. Для офисных задач и даже работы с фото его достаточно. Поддерживает работу с пером, и можно по сенсорному экрану и пальцем повозюкать. Правда, как вариант с отдельным монитором, ноутбуки такие, такого рода, как Prestige 14, подходят лучше. Там все в порядке с разъемами дополнительными, есть дискретка, и, знаете, все еще важно. Вот дополнительные разъемы, несмотря на то, что сейчас все беспроводное, но вот именно для таких вот бизнес-моделей, на мой взгляд, хорошо бы, чтобы они были универсальнее. То есть, чтобы можно было без всякой кучи переходников куда угодно прийти и что угодно к ним подключить. Если смотреть на этот Surface отдельно, как на изделие на Ryzen, ну он неплох, даже очень хорош. Продуман, опять же, подходит для работы с графикой, ну, как ноутбук. Но, и ощутимо дешевле, чем аналоги на Intel, да, конечно же. Но я бы все равно такой не взял, потому что существует вариант на Ice Lake с графикой G. Он более предсказуем, правда, меньшая диагональ экрана, и это уже не всем подойдет. Поэтому Surface в принципе я бы не взял никакой, потому что этот мне не очень понравился. Модель на Ice Lake может быть только 13,5 дюймов. И при этом на $200 дороже. А еще совсем скоро, я не знаю, когда они появятся в Surface, но вы знаете, выходят ноутбуки вот-вот-вот на Ryzen 4000. И что они покажут, тоже интересно очень. Я думаю, что изменения будут довольно серьезные в плане автономности, в плане производительности. И вот, например, Asus уже нас спрашивают, не хотим ли мы поработать с ноутбуками инженерными на Ryzen 4000. Но инженерки отличаются всегда в худшую сторону от ритейловых. Расскажу вам что-то то или иное не очень, а потом вы купите в Ситилинке ритейловую модель, а там уже все по-другому, как это было с системой охлаждения Alpha 15. Если хотели купить ноутбук, его можно присмотреть в Ситилинке. Тут очень много разнообразных моделей на любой кошелек, начиная от самых недорогих. Переходите по ссылкам в описании, каждым переходом вы поддерживаете наш канал. Спасибо! Ну и на этом все, спасибо, что посмотрели. Пока!